День семьи, любви и верности отметили в парке имени Пушкина станицы Северской. Учащиеся школ искусств и художественных школ выставили на аллеях свои работы. Здесь же прошли различные мастер-классы и интерактивы. Парк щедро украсили главным символом праздника – цветами ромашки. Организовали несколько ярких фотозон, где все желающие могли сфотографироваться на память. Гостей поздравили заместитель главы района Марина Наумейко и председатель совета Владимир Захарченко. Дорогие друзья, разрешите мне от имени главы муниципального образования Северский район Андрея Владимировича Дорошевского поздравить всех вас с наступающим праздником и, конечно, пожелать благополучия, здоровья, счастья. Пусть все семьи Северского района будут обязательно счастливыми. Пусть будет мир на нашей земле и в наших семьях. В торжественной обстановке чествовали главных героев праздника – крепкие и дружные семьи, которыми по праву гордится Северский район. Лидия Григорьевна и Владимир Федорович Сурковы в этом году отметили полувековой юбилей семейной жизни. Воспитали двоих замечательных сыновей. Валентина Николаевна и Олег Владимирович Пищиковы в браке 25 лет. Воспитывают четверых детей. Супруги – настоящие активисты родного григорьевского поселения. В этот день получили награду – общественную медаль за любовь и верность. Всем семьям вручили памятные подарки от имени главы района. Хорошее настроение подарили творческие коллективы. Праздник прошел искренне и душевно, еще раз напомню всем присутствующим о важности семьи и ее ценности в нашей жизни.